Я занимаюсь буткэмп-тренировками. Встаю в 3:45 утра и тренируюсь. Верю ли я в пользу таких упражнений? Нет. Однажды меня спросили, есть ли у вас проблемы с обвисанием ягодиц? Я ответила, ну конечно, я становлюсь старше, у меня двое детей. Многим знакома эта проблема, да? Мне предложили попробовать новые процедуры M-Sculpt. Я ответила, конечно, с удовольствием. Я с нетерпением ждала первой процедуры и даже сама им позвонила и спросила, когда уже можно будет попробовать. Я не знаю, возможно ли физически сделать столько выпадов, приседаний и приседов со штангой для того, чтобы добиться такого же эффекта, как от M-Sculpt. За 45 минут в спортзале не получишь такого эффекта, как всего за 30 минут на аппарате M-Sculpt. Теперь я могу носить леггинсы и блузки. Мне нравится, как я стала выглядеть. Подтянутая форма открывает новый уровень уверенности в себе.